друзья. У нас тут, вы видите, прямо как клумба. Цветочки, цветочки. И вот цветущий образ Елены. У нас, видите, как на этом месте, кто сидит, вот тот Елена. Да, но я вспоминать. Ну, вы настоящая Елена, это я так. Значит, у нас та Елена, которая сейчас тренирует новую Елену, она до 3 часов работает. А вот уже с 3 Елена тут заняла боевой пост. Ну, после 3 там меньше. Меньше нас беспокоит. Рассказывайте про ваш первый рабочий день. Вот вы фактически первый такой полноценный рабочий день. Чему научились? Ну, научилась достаточно. Изучаю информацию о школе. Как, что, порядок, расписание. Очень много информации по поводу. Это чтобы ребятам объяснять группы. Или для чего? И для себя, и ребятам объяснять. Угу. Потому что как объяснить ребятам, если я сама не в курсе? Давайте я вас поспрашиваю. Вот звонит человек и говорит: я хочу аппоинтмент с Михаилом. Что вы говорите? Аппоинтмент с Михаилом по какому вопросу? Так, молодец. По какому вопросу? Это хорошо. Он говорит: но мне очень нужно. Можно обратиться по скайпу. Нет, но он говорит: ну вот мне очень нужно, а повод не называют. Нужно повод. Но вы знать говорите, повод, ну как повод не называют. Да, но он говорит: по личному вопросу. По личному вопросу? Угу. По скайпу? Нет, ну почему по скайпу? Ну, не обязательно. Нет, почему? Может быть, действительно надо с ним поговорить, может быть, надо. Но вы говорите: а как вас доложить, например, да? Вы говорите: одну секундочку. И говорите: Миш, вот там такой человек, угу, хочет по-личному, может быть, я его знаю. Угу. Знаете, есть люди такие стеснительные, они не хотят рассказывать. Ну, вот, в общем, друзья, мы тут тренируемся. Нет, на скайп не надо. А зачем? А что мне в скайпе-то? Может быть, он мне вообще не нужен, а вы сейчас ему мой скайп еще дадите. Вот, хотя он, конечно, не такой секретный. Ладно. Так расскажите, как вы питались сегодня? Питались, ходили в магазин. Так, купили что? Купили, ну, здесь есть магазин с готовым питанием. Сегодня бутерброд рискнули. Какой-то? Нет, вот этот вот зелененький, как там. Чего не, здесь? Не помню, как он называется, магазин. Там, где все зеленое? Ну, там, да, там овощи, фрукты. Whole Foods? Да, угу, Whole Foods. Так. То есть вы любите дорогие магазины, понял? Нет, так. Мы не любим магазины дорогие, но пока что так. Близко к офису, да? Да. И чего съели там? Картошечки, мяско. А, вы взяли прямо, да? Кулинарию там? Да, там можно набрать коробочку искусств. Да. Это правда, да. Ну что же, а какие планы вообще? Вот, может быть, вы готовить любите? Ренат любит готовить. Да вы что? Да. Очень вкусно плов делает. Это вы удачно вышли замуж, что знаете. Такое хорошее белорусское блюдо. Да. Угу. А картошку? Картошку тоже любим. Мы же белорусы. Вы сняли комнату, там у вас есть доступ к плите? Да, у нас не комната, у нас студия больше. Там есть кухня. Да. Прямо с кухонькой внутри? Да. А, ну что же, можно жить. Ну вы нормально спите или вы там привыкаете ко времени? Нормально. Всего лишь 2 часа разница, особо не чувствую. С Техасом? Да. Ну что же. Ладно. Так, а есть какое-то чувство, вот, что вы попали куда-то в веселую компанию? Или такое чувство, что вы не верю своим глазам, вот они с экрана все посходили? Ну, не знаю, как-то второй день, как-то мы уже попривыкли уже чуть-чуть. А вы смотрели наш канал или это Ренат? Да, смотрела, да. А странно? Не так часто, как Ренат, но... А странно, когда заходишь, и вот они тут как бы из экрана вышли и тут ходят? Ну, странно было другое, странно было, когда мне первый раз позвонили, вот тогда было странно. А уже когда сюда приехали, уже как-то уже... Уже привыкли. Уже не странно, да. Ну, ничего, вот у вас еще появится в пятницу мы ночью, с четверга на пятницу в ночь, мы привезем еще одну девочку молоденькую. Вот, у вас будет такой девичник совсем молоденьких. Да. Ну что же, хорошо. Осваивайтесь. Будете, как сказать... Английское слово напрашивается. Ну, в общем, будете саппорт такой делать нашему офису административный, чтобы в офисе, чтобы все было в порядке, это большая работа. Да, я в курсе. Вам приходилось? Да, приходилось. Опыт есть.
Ну и ладно. Хорошо, давайте мы так всем помашем ручкой и скажем, что мы еще появимся на экранах и все подробно-подробно расскажем. Если кто-то хочет вопросы какие-то задавать, пишите прямо в комментариях. А мы, если сочтем, что вопрос такой безобидный, с удовольствием ответим, да. Хорошо? А вы читали комментарии к тому видео, что уже висит? Да, читала. Ну, хорошие, добрые, правда? Да, приятные. Вот. Не всем. И всему Минску досталось там хороших отзывов, и Белоруссии в целом. Да, в общем, вот так вот. А слушайте, а вот там, в Минске, есть люди, которые говорят «Белоруссия» или все говорят «Беларусь»? Беларусь. Беларусь. Нет такого «Белоруссия»? Нет. Угу. То есть уже как перестроились? Да, уже когда за границу чуть-чуть, уже в Россию, в Украину, там уже все. Там уже поголовно «Белоруссия». То есть по старинке они? Да. Угу. Понял, хорошо. Но это не обидно так, когда в Беларуси. То есть нормально все. Нет. Некоторые как-то начинают поправлять, там возмущаются. Да нет, да, какая разница. Ну и ладно. Все, прощаемся.